Знаменитые фигуристы и известные актеры вышли на лед нового катка в парке Малевич. Жители Одинцовского округа смогли бесплатно увидеть ледовое шоу Ильи Авербуха. Это сказочное представление, потому что мы сегодня можем видеть на площадке и Домнину, и Костомарова, и наших любимых артистов. Когда мы сидим у экранов телевизора и смотрим ледовое шоу, это одно. А когда вживую, несмотря на мороз, холод, ветер, вы знаете, сегодня много народу пришли полюбоваться на это представление. И оно стоит того. Парные и одиночные выступления артистов буквально заворожили одинцовскую публику. Но самым ярким и зажигательным, в том числе и в прямом смысле слова, стало представление Алексея Ускова. Я уже почти 20 лет в цирке на льду, поэтому делаю то, что умею. Каток хороший, гладкий, ровненький, публика хорошо приняла. Ну, значит, понравилось, значит, не зря старались. Перед зрителями также выступили Оксана Домнина и Роман Костомаров, Татьяна Татьмянина и Максим Маринин, Артем Федорченко, а также Александр Энберт и Агата Муцинеица. Хочется поздравить вас всех с наступающими праздниками. Пускай все ваши желания сбываются, мечтайте смелее. И, конечно, пускай ваш каждый следующий год будет лучше предыдущего. Я вас люблю! Спасибо вам! Насладиться шоу не помешал и мороз. Молодежь и семьи с детьми с удовольствием наблюдали за ледовой феерией. При этом в рамках проекта «Зима в Подмосковье» запланировано еще много праздничных мероприятий. Парк наш уникальный. Здесь не только каток, здесь и лыжня. Здесь и детские праздники, и сказки. То есть можно отдохнуть всей семьей. И, конечно же, вкусные кофе, вкусные круассаны, пирожки, прекрасные два кафе. А 3 января на катке в парке Малевич состоится еще одно ледовое представление от Татьяны Навки. Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».